Каждое воскресенье в Армне проходит фермерский базар, где местные фермеры выставляют свою продукцию. Но очень интересно. Давайте посмотрим. Интересное сочетание мед и горчицы. Здесь уже интересны другие продукты из меда, крем. Крем за хубост, за красоту по старому рецепту. Крем из прополиса. Прополисные капли для носа. Так, настойка из прополиса. Сам прополис продается. Всего лишь 3 лева получается. Пчелиный клей. Такой бетончик. А в этом сколько? Здесь вес какой? 4 килограмма 30. Букет. То есть из трав. И откуда это вы? С какой местности? Родопы? От КД. Прилеп. Во. То есть это недалеко получается побережье. 45 километров. Благодаря. Интересно. Так, пойдем дальше. Здесь у нас. Как мне? Здравствуйте. Хлеб, травите. Очень. Безглютеновые. Джинджифиловые бисквитки, портукаловые. Имаме с безглутемови, бадемови. Вие са също лохове са Сусанов Тахан, Тахана от Ивайлоград, от Ловарски Сусан и някакъв китайски. Спаначени крейки, нахрутени крейки. Как не так быстро? Нахрутени бисквитки. Значит, вот это мне интересно, что здесь вы используете не китайский, а болгарский Сусан. Да, от Ивайлоград. Сусам. Сусамом болгары называют кунжут. А что в Болгарии растет? Да, не Болград. Можно дам телефон даже, распорочите. Очень интересно. Бумажная лимонация. Вот так, в Болгарии уже все растет. То есть я в свое время... Да, амаранцы указывают, что наши еще... Болгария райская страна. И я говорю, что Болгария это райская страна. Где живет, туда? Сарадом где живет. Ясно. Благодаря. Сейчас я хочу сделать обзор. Потому что это я делаю для русского ютуба, для русских людей. Вот, то есть всем привет передают из Болгарии. Хорошо. И вот мы идем и смотрим, потому что действительно это ярмарка болгарских производителей, болгарских фермеров, где вот такая замечательная продукция. Так, сейчас мы обойдем. Видите, тут и пожилые люди. С удовольствием приходят и приобретают товары, полезные для здоровья, значит. Так. Это мы немножко обойдем.
все-таки это опять что-то мучное и что-то сладкое. И еще мед, продукция из меда. Так, а здесь масло. Масло чиа. А зачем нужен масло чиа? Для чего? За что? Салат. А, то есть это для еды, да? Да, салат. Вас... Я первый раз такое вижу. У нас очень популярны сейчас в России блюда из чиа. Понятно, то есть это очень полезно для пищеварительной системы, да? А где вы берете вот эти семена чиа? В нос откуда привозят? Из Португалии, да? Интересно. Так, а еще, значит, у вас здесь что, льняное масло? Так, а лен откуда? Лен, откуда семена льна? Это болгарский, то есть производство в Болгарии льна. Я прямо удивляюсь, все растет. Чего надо научиться выращивать? Ясно, интересно. Я извиняюсь заранее за... Так, значит, здесь у нас сиропы из различных трав. И вот это то, что я делаю. Смотрите, белая черешня. Сейчас покажу горский микс. Арони, это черная рябина. Вот он, этот татарник наш, Магаршкин, будил. Так, из мента. Очень интересно. И здесь вот, естественно, дают пробовать. Это арони. Так. Значит, идем мы с вами дальше. Конечно, мы всего не обойдем. Здесь продают масло, нерафинированное масло. Подсолнечное и натуральный яблочный уксус. Ага. А 1 литр 2,5 евро получается. Хорошее дело. Так, значит, давайте посмотрим. Я хочу еще дойти до вина, показать вам. Натуральное домашнее вино, очень натуральное домашнее вино, очень много сейчас производят в Болгарии таких изб. Так, это у нас косметика натуральная, всякая разная, из розы, лаванды, это тоже болгарское золото сегодня растет, здесь очень много. Ну, про это отдельный разговор. Так... Значит, вот еще интересно сейчас. Это у нас что? А, это уксус. Смотрите, уксус. Это мы тоже с удовольствием все собираем и делаем. Ну вот из вишни я первый раз вижу. Очень интересно. И ягода. Понятно. То есть, как мне объяснили недавно, что ракию можно делать из всего, так и уксус можно делать из всего. Понятно, ясно, здорово, замечательно. Интересно. Интересно и полезно. Да, и полезно. Это очень полезно. Ясненько. Так, и сейчас посмотрим на вино. Вот вино с черешней. Тут и выпить, и закусить можно. А, это вишня, да? А откуда эту вишню вы привезли? Моете вишню. Да. Моя вишня, опасный производитель. Я понимаю, что вы производитель, а местность какая? Зайчину урыще. Зайчину. Новый базар. Ага. Ха. Так, приехали. И вино ваше? 160 декаров у меня и еще 30 декаров в Бошной градине. Это
я на YouTube делаю для русских людей, потому что мы ничего не знаем за Болгарию.